Дорогие друзья, еще раз с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, молитвами которой да обретет надежду народ наш пожить в благочестии и чистоте, направив свои усилия для покаяния. Ведь нынешнюю ситуацию в стране Бог попустил неспроста. Если бы мы с вами жили по Богу, то были бы и правители, живущие по Богу. Если бы каялись в грехах, видели свои недостатки, молились о помиловании прежде всего себя самих и народа своего, то это бы Бог увидел. Но поскольку народу дороже всякие корпоративы новогодние, шаманы, концертики, развлекаловка, то Бог и посылает таких правителей, каков поп, таков и приход, каков мир, таков и монастырь. Вот и Киево-Печорская лавра знаменитая бесом отходит, так что все идет по плану сатаны при попущении Бога, который все посылает в соответствии с нашим духовным состоянием, которое выше нуля давно не поднимается.